Так, сегодня у меня будет ролик отвлеченный, не на мою тему. Сегодня хочу показать так называемый деревенский салат. В нем всего три ингредиента. Так, вот берем лучок, пюре. У нас шнит-лук. Да, у нас шнит-лук, только что срезанный. Нарезаем его. Помельче можно, да? Да. Можно помельче. И, кстати, вот сейчас сделаем один вариант салата. Еще я просто скажу, что есть другой. Но это же ближе к концу. Вот лучок свежий, только что сорванный. Очень вкусный. Еще не жесткий и приятный на вкус. Не острый. Не острый совсем. Молоденький, короче говоря. Вот, нарезали, даже мять его не будем. Ну да. Так, это у нас первый ингредиент. Это лук. Второй, значит, ингредиент у нас будет соль. И третий ингредиент — деревенская сметанка. Вот практически салат наш и готов. Это раньше в деревне делали, когда ранней весной еще не было никаких других овощей. Ни огурцов, ни помидоров. Вот сейчас я про него вспомнила. Оказалось очень вкусненько. Вот и все. Вот такой вот салатик можно в прикуску есть супом. То есть, и просто можно так добавить яйцо вареное, но это будет другой салат. Вот. Второй вариант этого салата. Добавляем вареное куриное яйцо. И вот получается деревенский салат с куриным яйцом. Тогда уже будет 4 ингредиента. А вот самый простой. Вот такой. Вот такой вот. Еще раз. Зеленый лук. Соль по вкусу и сметана у нас деревенская, тоже очень вкусная. Все, всем приятного аппетита, готовьте, кушайте с удовольствием. Вот в итоге у нас получился салатик. Вот такой вот, вот совсем немножко, чтобы с супом поесть, вот, витаминки.